Всем привет, с вами снова я, Картель. Всем у меня привет. Дома. Если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, на его канал. С вами Дрейфор и Картель. И сегодня мы делаем ролик, в котором отвечаем на ваши вопросы. Предложил мне идею Картель. За два дня так и не набралось особо вопросов. Ну, ты знаешь, 11 вопросов в ВК у меня в группе, у тебя один там, по-моему, итог. Да. Тупой, поэтому не будем отвечать. Я на него в Инстаграме парочка вопросов, парочка. Парочка. И сколько у меня там? На канале еще. Вопрос 4. На канале я не проверял, сколько. Короче, в основном мы будем отвечать на его вопросы, но и мои подписчики, да, которые, конечно же, решили мне ответить. Тёма, если ты это смотришь, я знаю, что ты смотришь, ты меня любишь. Не на все мы твои ответим. Если меня заинтересует эта тема, я отвечу в еще одном ролике, но уже чисто посвященном. У нас как бы есть 23 вопроса еще. Первый вопрос, выбираю. У тебя 5 вопросов, Артёма. Ну, я могу сразу просто все это обобщить и сказать. Ну, говори. Вкратце. Начал снимать я из-за него. Первое видео вообще, в которых я засветился, это с ним. У меня, это в принципе, все видео... С Анкаймон, все... когда они только пошли 2 года назад. Мы сидели... Он у нас поезд. Недалеко поезда ездили, мы там сидели. Я проходил, но я без записи, потому что у меня телефон тогда вообще ничего не подвержу. Мои одноклассники в школе подсели на YouTube из-за меня, потому что я единственный, кто имел хотя бы 1000 подписчиков. Не, ну как все... Ну как все? Ну нормально, люблю, которые ты... начали развиваться. Куклон, если... Ты забил уже на мой канал, я обиделся. И мы что-то с тобой вообще не снимаем. И ты с ним вроде уже перестал снимать. Да я вообще один. В старых роликах это вообще его найти невозможно. Только к циклону можно найти. Он снимает до сих пор Блич. Я думаю, вы смотрите его. Но я тоже думаю, может, запишу как-нибудь. Может, сегодня и запишу какое-нибудь открытие вон витрины с ТКВ вышли. Это популярно. Я запишу. Как это, придумал, да? Никнейм, там был вопрос. Придумал никнейм. Лежал он на той кровати вечером. У меня был ник до этого Свен. Ну, Свин, только читалось, да. Свин. Я об этом особо не думал. И сидел, просто подбирал слова. А как вот вышло вот так, Картель. Он как я делал. Потому что я еще в... В далеком 2015 году. У меня канал тогда же. Ложился спать. Но у тебя он не так назывался совсем. У тебя... Он меня, он просто... Он вообще никак, да. Вова Родионов, по-моему. Вот. Вот что было. Лежу я, иду спать. И думаю, надо создать канал. Надо придумать название. И в итоге я взял слово «драйв». Типа, знаешь, круто все на драйв. Не знаю, что мне пришло туда. Потом, 4, я просто очень часто эту цифру везде использовал, самое несчастливое число в Японии, и буква ЕР, вот эти словосочетания буквы ЕР, оно взялось просто из-за того, что я удалил свой прошлый канал, поставил туда картинку error, ошибка, и такой думаю, блин, почему бы из этого слова не взять две первые буквы, и получилось это. Как готовить блины? Итак, сегодня мы будем готовить блинчики. И для начала нам потребуется доска. Отлично, доска у нас есть. Что нам нужно еще? Также нам нужно 2 яйца. Щелкни. Руку поставь, щелкни. Даже не навязано. Итак, сейчас мы покажем вам, как готовить вкусные блинчики. Для начала нам потребуется доска. 2 яйца. Мою руку нужно было... Заново. Итак, сегодня мы покажем вам, как готовить вкусные блинчики. Для начала нам потребуется доска. 2 яйца. Итак, после яичек нам нужно молочко. Сахарок. Сахарочек. И дальше нам потребуется тарелочка. Отлично. Ну, можно еще и венчик, я думаю. Венчик, говоришь? Ну, давай. Отлично. А теперь масло. Делаем блинчики. Сковорода масла потерпит. Заливаем молочко. Берем ножичек. Разбиваем 2 яичка. Кулинарное шоу. Готовим блинчики. В следующий раз нам такие сделайте, пожалуйста, вручную тарталетки.
И потом все, мы закрываем. А, да, и панкейки там. Ну, не панкейки, а маффины без этих. Можно сахарку, но сахар каждый на свое усмотрение кладет. Мы же не сказали много. Про муку. Про муку забыли. Все в дерьме. Ой, Володя, надо взять. Было глубже брать. Сейчас давай. Все в дерьме. Я как понял. Сука, вот она. Ничего делать. Сейчас я дойду еще. Во! Специально яйцемешальня. Венчик не работает. Он не может разбить. А, все, он разбил яйца. Взбиваем до того состояния, чтобы желтков не было. Я чувствую, нам придется добавить еще яйцо. На это будем смотреть по пути готовности. Для за... Почему опять я, а не он? Все равно смотрят подписчики Драйфора, но делаю это я, а он оператор. На мой телефон. На мой... Как я и сказал, нужно добавить сахарку. А ты сахар не жалеешь, я сейчас смотрю. Чтобы жопка слиплась. Засыпаем муку. Она нам тоже пригодится. Чтобы жопой сжевать ее просто так, что... Ема, у меня муки. Надо будет купать. Не, у меня ее много. А, много. Взмешиваем это все до того состояния, пока эта жопа не станет просто дичайшей, тугой. Почему мы все так про... Че у нас все так плохо сейчас делается? Нас нахрен забанят. Мне скорее желтый значок дадут за шутки такие. Да-да-да. По-моему, я сейчас хлеб приготовлю. Сейчас будет хлебушек. А Вовка аж вспотел, посмотрите. Твою мать, 23 градуса от сцены, я футболки здесь стою, снимаю, дубина. Зачем я еще футболку одел? А. Да что ты без нее тебя зацензурил. Я мог опять в борцовке снимать, как в тот раз. Дегустация. Я это не снял. Я не снял, когда дегустировал. Попробуй. Заново. Сладко. Давай заново. Достаточно сладко. Попробуй. Сладко? Давай. Я попробую. На пальчик. Потом. На пальчик. Ёлки-палки. Я тоже попробую. Сахару добавить? Не, мне кажется, уже много. Я и тоже. Муку с пола убрать. Может, тесто сожрем? Просто вот эту массу сожрем. А нам нужно показать, как блины мы готовим. Я бы так-то уже схавал. Берем блинницу, ставим, включаем газок. Газанули немного. Мы не в Украине, газа много здесь не надо. На средний огонь. Масло. Берем, наливаем, размазываем по всей площади. Что-то мы из одного вопроса мы здесь такое устроили. Да. Лера, если она не посмотрит это, я ее убью просто. Я ее не изведу до атома. Вроде... Зато люди будут знать, как делать блинчики от Вовы. Да, только мне человек, который задал вопрос, даже не посмотрел это видео. Это будет как неприятно, я думаю. Поварешечка. Берем это. Зачерпываем массу. Вот так прям. Густые слишком будут блинчики. Это, по-моему, будут какие-то жопчики. Это будет. Ты масло вылил на огонь! Твое масло вылил. Потухнет. Оно не льется. Это, по-моему, как не надо готовить блинчики. Первый блин комом. Почему мы не позвали ни одного... Кто это был? Ну почему? Почему мы не позвали ни одного повара? Ты это облизал и засунул сюда. Так точно. Блядь твою. Это что? Эй, ему хорошо. Смотри, блядь, наружу довольна. Ты создал монстр. Ты гребаный этот... Франкенштейн сейчас получится.
Кто создал Франкенштейна? Дай мне деревянную лопаточку. Меня уже траблы. Я переворачивал. Дай вилку. Вилка. Вот тут вот какая-то жопа с ним. Потому что он неровный. Сейчас он будет горевший еще. Ему и так плохо оценили. Блин. Мишик, он прожарился, конечно. Пофиг, сейчас еще раз перейдем. Почему? В следующий раз, когда просите что-то приготовить, просите еще, чтобы к нам пришел человек, который умеет готовить. Потому что если будет только мы, получится вот так. Да, потому что готовлю я. А я не готовлю десерт. Вот скажи бы, приготовь стейк, пожалуйста, из мраморной говядины, medium air. Я бы вам его не приготовил, потому что у меня нет гриля. А в духовке хрен ты стейк приготовишь. Хрен ты где такой мраморный говядину возьмешь? Мраморный говядину, косарь полторы, она стоит. Произошли небольшие технические неполадочки. Видео с готовкой блинов будет записываться теперь на мой телефон. Оверкухт меня к этому не готовил. Итак, мы приготовили один блин. Давай его попробуем. Оторви кусочек. Оу. И вилочку дай. Вилочку. Давай, отрезай, я попробую. Я как бы этот гость, я должен оценить искусство повара. Смотрите, какой сочный блинчик получился. Макросъемка. Опа. Сладко? Норм. Норм. Нам еще готовить. На вилочку. Попробуем. Ешь. Он не расплывается. Конечно, он слишком густое тесто. Густо. Не густо. Нам бы молока сюда добавить. Налей еще молока. Ты чё жрёшь там, слышь? Наливай. Я скажу, когда все. Еще, еще. Все, хватит. Подержи. Хватит жрать. Подержи. Короче, блинчик получается в форме жопы, как Вова и любит. Сейчас куда мы... Вова и любит? Оу май! Так. Что? Теперь у нас какое-то просто молоко. Да твою! Бери руками, говна кусок! А это нахрена надо было, не знаю. Я это потом помою. Вы только посмотрите на этот блинчик, какой он сексуальный. Нормальный блин. Вова там говорит нормальный блин, сейчас мы посмотрим. Я наврал. А, ты нарвал. Ну что ж, этот блинчик получился побольше. Надеюсь, он будет. Но все такой же жопный, по-моему. Нам еще долго готовить. Можно на этом остановиться, а потом съесть тесто. Да, пожалуй, так и сделаем. Ребята, молоко в холодильник вы просили, как... Готовить блины, мы вам показали. Как вот. Не надо готовить. Если вам интересен такой рецепт, записывайте и приятного аппетита. А мы возвращаемся к вопросам. Итак, последний вопрос в инстаграме у Володи. Если что, они вот здесь все будут выставлены. Мы, если что, мы пиарим. Ну, я не знаю, может быть выставлю. Ты выставляй. В Крым собираешься? В Крым этим летом не... Ну, как время будет, то что первое канал, а потом уже я. Да, у нас не такая... Про карантин, второе чего? У нас карантин, третье Крымский мост, четвертое это у нас бабло, пятое это у меня экзамены университета, работа. Работа... Деньги, по-моему, самое первое, что должно волновать, потому что их... Вопросики из ВК. Так, лично у меня. Дрейф, переезжал ли ты в другой дом? Нет. Я всегда был моим соседом. Всегда был вот соседи в подъезде. Больше нигде не переезжал никуда. Кем ты работаешь? Никем. Ютубером. Когда Майнкрафт с картелем? Спрашивает Вавас Родионов. Да, интересно, кто это. Я бы подписался на его канал, если он у него есть. Я бы, наверное, предложил вам подписаться. Потому что Майнкрафт, серьезно. Но на самом деле, если честно... Можно. А чё нет? А чё нет? А мы сейчас ещё будем записывать. Вы чё думаете? Мы чё? Вы чё? Э-э-э.
каковы твои, каковы ваши планы на будущее? В смысле ваши? Ну, наши твои планы. Твои с Ксюшей или мои с тобой? Наши, в смысле, мои и твои. А, ну, у меня какие? Ну, развиваться по контенту, потому что я очень хочу перелезть больше в лайв-контент, чем в гейм-контент. Но сейчас у нас с как раз с Богданом готовятся проекты уже Downgrade. Если, ну, я думаю, вы это слышали. Ну, видели в моем последнем ролике, рамка уже Downgrade стоит. Скоро уже будет контент вообще другого плана по уровню и монтажа, и юмора. То, что что-то вы не смотрите долгие видео, я буду урезать их там 10-15. А их никогда не смотрят. Те, что идут по 50 минут, никто не короче, смотрит. Короче, я просто полностью держать за юмор буду. Вот, а у тебя какие? Да просто сначала надо как бы... Ну как, смотри, план на будущее в плане ютуберства, если, то пока все по-прежнему. Компьютерные игры и иногда лайв-видео. Я больше, пока мне нечего. Мне и так все нравится, меня и так все устраивает, поэтому я ну, тебя что-то я в последнее время пинаю, чтобы ты лайв-контент больше записывал. Вот такие видео. Я лайв-канал. Я лайв-видео много записывал уже, но раз появилась возможность записать вот такое, почему бы и нет? Надоела ли тебе игра Блич и забрасывал ли ты ее? Хотел ли ты снимать что-нибудь другое? Я и так снимаю не только Блич. Я много чего снимаю, вы просто не смотрите. Вот и все. Зачем вопрос такой? Да, я а могу вот даже что... за него немного ответить. Нет, может, ему как игра она не надоела, но как способ развития она его немного, но обидно сковывает то, что вы больше ничего, кроме этого Блича, не смотрите. Это верно, потому что, ребят, я как бы стараюсь для всех, но как бы интересно только одно. Аниме. Сейчас всем аниме интересно. Ну, а нормальненькие тигры, момент, типа, они будет сложнее. Всё. Надо снимать реакции. Вот надо реакции снимать. Наш с тобой не за смесь ченч набрал 700 с лишним просмотров. Больше, чем любой мой летсплей обычно. Так что надо снимать. На последнего Overcooked. О, кстати, еще и вернули зеленый значок на реакт наш с тобой. Там был желтый 2 недели, по-моему, почти. А почему? А потому что мы ругаемся. А мне кинули желтый из-за того, что... У тебя нет желтого, у тебя нет значка. На просмотр желтый значок. Да. Потому что, типа, использован чужой контент или что-то такое. На музыку, короче, мне кинули. Вот мне на нее кинули запрет на монетизацию. Я ее удалил, и монетизацию восстановили, но желтым значком. Что удалил? Фрагмент музыки. Какой? Там был момент, когда, знаешь, китайцы, типа, этот, когда он это стоял, так они вдвоем стояли, он хотел поцеловать, а она от него отвернулась. А ты что там было? Музыка палевная, она 10 секунд шла. Если музыка идет 10 секунд и больше, и она палевная. А, стала. Короче, нужно на ТикТок смотреть. Нет, там все меньше 10 секунд. Да, там есть и минутные ролики. Вначале, когда мы создали канал, сколько мы хотели подписчиков? Я изначально вот сразу 1000 хотел. Ну, хотя бы сотню набрать, сотню. Я ее набрал за 2 дня. Честно, мне пофиг, сколько у вас. Мне что 100, что 1000, что лям. Мне главное, чтобы как в какой-то момент мой канал смог стать автономным, чтобы я мог все время уделять только каналу. Потому что сейчас у меня начнется универ, и это будет жопа с каналом. Это радует, что сейчас появился Downgrade, и меньше будет застоя контента, потому что времени у меня как такового уже будет гораздо меньше на монтаж сложный, на фотошоп и на сам залив видео. Мне обязательно, чтобы моя аудитория была схожа со мной по характеру и просто по настроению. Я не хочу каких-нибудь там 60-летних пердунов, которые я скажу, там, слава Украине, меня закидают нахрен говном, сожрут с потрохами, там, РЕН-ТВ на меня снимет обзор разоблачения, какой я... Знаешь, какой ты станешь популярный? Да, Николай Соболев тоже сделает на меня обзор, польет меня говном, покажет несколько вертушек. Я уже боюсь. Ты уже пошел куда-то не туда. Да. Я пойму, что что-то пошло не так. Хотели, конечно, мы подписчиков побольше. Хотим мы. Тебя хочется больше. Хотим мы автономности. Все. Да. Я автономность хочу. И чтобы у меня аудитория была адекватной. Это самое главное. Веселой. И которая отзывается на все мои ролики. А главное, смотрящие. Смотрящие наши ролики. Просто хотелось бы узнать, какие у тебя отношения с братом.
Ну, в принципе, тут по первому же этому самому можно ответить, что у нас с братом идеальные отношения. Вот реально, я таких отношений, как у меня с братом, только в фильмах видел, серьезно. Так, настолько крепкие и хорошие отношения с родным братом, я никогда не видел такого. Вот вообще. У меня сестра. У меня младший брат, ему меньше года. А сестра как? Сестра, ну, как сестра. Ну, блин. Из-за того, что возраст у нас 5 лет с ней разница, и у нее абсолютно разные со мной увлечения. Я здесь скину, она для меня рисовала оформление первое. Для меня картину рисовала, долг, конечно, но все равно рисовала. Я ей очень за это благодарен. Вот здесь где-то я оставлю ее картину. У нее канала как такового ничего нету, так что я не знаю, что ей прикрепить. А так, ну, нормальные отношения, семейные. Понятно. Да, это хорошо, конечно. У нас родится в 11 лет с братом. Из-за этого у тебя брат больше братом себя считает, чем... Какая у вас любимая музыка? Вы верующий или нет? Какая мотивация снимать ролики, если они почти не приносят денег? Насчет последнего скажу, что денег приносит... Мне важно даже не то, что мне деньги приносят, мне монетизация, это чисто, знаешь, это как второстепенное. Первостепенное — это просмотры и оценка зрителей, то есть то, как людям нравится мой контент. А то, что с него деньги приходят, это хорошо, но это не самое главное. Особенно в моей жизни. У меня нет монетизации. У него пока ее нет вообще. Пока. Первое, но она будет. Я атеист, а ты верующий? Да. Мне, я, как бы говорить, я... Ты пофигист. Нет, это не относится к вере. Музыка, ну... Linkin Park, Dope, Bring Me The Horizon. Одним словом, рок. Роцк. Нормальная музыка. Альт-рок, хард-рок, скрим-рок. Все виды рока и сам рок. Метал. Я метал. Металлика только слушал, но они не метал почти. Ну да, это название группы Металлика. Так, что там еще есть? Ну, классика тоже неплохо. Опенинги, аниме. Бличия. Да, все мы знаем. Знаешь ли, в 13 уровне Блича, или 12, я уже забыл. 13. Он рок. Он роцк, да. Да, почти. Ну, второй, третий тоже роцк. Да. Классно. Вот это вот опенинги Блича. Когда-то, когда у него где-то подписчиков кусков 5 было, у меня, я тогда вообще болт забил, мы играли в Блич Brave Souls, шли с колоночкой, слушали опенинги Блича на всю улицу. Да. Мы были теми самыми дебилами. Мы были... Лет... Сколько нам было? Да, нам 15 где-то. Какие 15? Нам было лет... А, ну да, нам было лет 14. 15, да. Никто еще о бабах у нас и не думал. Ну да. Слушали колонки, дерьмо. Я сейчас здесь музыку вставлю. Ту-ду-ду-ду. Я могу за тебя это сделать. Как вы учились в школе? И как учиться в школе до сих пор? Мы учились, я так скажу, мы учились нормально. Мы учились то, что нам интересно, то мы и учили. Я всегда считал, что школа тебе дана, чтобы ты учился там и при этом умел связывать со своими увлечениями. То, что, например, я очень хорошо разбираюсь в компьютерах, я могу как-то связать школу, информатика, хотя информатика ни хрена не о компьютерах, я вам так скажу. В 11 класс, если вы хотите скорее. На что-то с физматом связано, информатика вообще о компьютерах не связана. Железо вы будете разбирать в 7-8 классе, где-то так. И то очень-очень поверхностно. У вас в 7 классе даже информатики не было, а потом появилось. У нас была в началке на продленке в 5 часов информатика, куда нас заводили, у нас были допотопные компьютеры, ну вот... Нет, у нас новые пистолеты. Такие белые, большие гробы, такие жирные мониторы, и мы там сидели, играли в Рататуя. Там... В Paint рисовали все, просто поголовно. Пиписьки, какашки, всякое говно рисовали. Ну, что вы от началки хотели? Что вы еще ждали от такого? Да, и Ютуба не было. Был, просто. Ну, был, но не знали. Мы о нем не знали еще. У нас телефон кнопочный был. И PSP. Да. Еще первый. Ой, PSP. У меня третья сразу. У меня скоро будет обзор на мою 3000-ю PSP, которую я недавно достал, но она еще не приехала. Да, чувак тут задал сразу
Чё это? Куча вопросов. Убирай его нахрен. Так, опять. Ребят, если вас просят скидывать вопросы один, короче, чтобы мы могли его озвучить, чтобы у нас ролик, сколько уже, 20 минут идет? Почти. Почти, уже 6 и плюс 14. А, ну да, 20 уже. И, короче, как мы это будем вставлять? Как мы вот... Мы не можем сделать ролик о одном вопросе. Это тогда неприятно другим будет. Из-за этого... Да. Давайте два вопроса еще. Довольны ли вы своей жизнью как блогеры? Если да, то почему? Блогеры? У Вовы один видос блогерский. У меня немного. Ну как и у меня один видос блогерский? Ну блогеры, вот. Вот это вот. Ну, почему? Летсплейщик и блогер — это разные вещи. Летсплейщик — тот, кто играет и снимает это. А блогер тот, кто вот так вещает на камеру. Ну как блогер, я чувствую себя нормально. Речь надо получше развить, конечно. Ну, книжки читай. Книжки читать. Как-нибудь у меня есть один хороший канал моей подруги в прошлом. Она снимает нормальные видео, пока что два. Если захочу, я прикреплю ее канал. Если не захочу, не прикреплю. Логично. Но вы знаете, что я в этом плане развиваюсь. И последнее, поскольку мы летсплейщики, какие игры планируете снимать еще? Что будешь предлагать подписчикам ты? Я? Какие игры? А вот что уходит, то и буду. Я думал снимать Детройт. Вот. На вот этой полочке. Он, кстати, Детройт. Я сейчас буду переснимать с нуля Doom, Fallout 4. У нас сейчас будет игра новая. Там что-то в Epic Story он бесплатно выдавался. Я посмотрел, он кооперативный, я немного... Даже не заходил в него, но сейчас скоро будем снимать. А так, ну... Ребят, ну, главное... Блогер, если и летсплейщик. Если вы спрашиваете про контент, про игры, вы хотя бы смотрите их. Нахрена вы спрашиваете, какие игры будете снимать, если вы их не смотрите? Другой вопрос. Нахрена вы спрашиваете, какие снимать, если летсплейщик, блогер, он подстраивается под вас. Вы пишите, что вы хотите, блогер подумает, вот это они хотят, а хочется ли мне? И тогда он будет думать, а не то... Вот что мне снять, чтобы зашло? Вот он сразу знает, блич сниму, все. Я спросил, он может два ролика в месяц там скидывать по бличу, все. Максимальный просмотр только на этих двух роликах будут. Остальные у него... Нет, два ролика в месяц это помним, мало. Любим, Реймон. Я как лучший его подписчик. Посмотрим. Однажды я смотрел про все твои ролики, всех частей, как это... Где ты искал вот этот в парке там. Искатель? Я на юг, когда ты ездил, знаешь? Интернета там ноль, я их скачал на флешку и смотрел. Знаешь, в чем прикол? Искатель набирает больше, чем любая плоечная игра у меня на КНК. Плоечных тоже прошли. Потому что это ностальгия, понимаете? То, что когда-то давным-давно вышло, еще в лохматых, ладно, может, таких уже лохматых, подстриженных, 2000-х годах. Смотрит больше, чем то, что... Каких подстриженных? Сейчас. Яички только у твоего бати могли быть подстрижены, ты 2002-го. Да. Ну вот, в эти года, в 2000-х годах выходили эти искатели, и они сейчас, вот в тот время, когда я их снял, вот, ну, допустим, в одно из видео набрало 5000 просмотров. У меня God of War в сумме столько все серии не набрали. Ностальгию снимайте. Он как раз он Crash снимает, так что его обязательно не слушай. Кратце не плачь. В общем, вот такой ролик получился. Длинный. Не так, как должен быть. Должны быть такие, знаешь, минут на 8. Ну что на 8, некоторые на 15 там дольше делают. А у нас уже за 20. 25 уже. Надеюсь, вам понравился такой формат. Обязательно ставьте лайк, если это так. Смотрите рекламу, если это вдвойне так. Задавайте больше вопросов, только уже обобщенность общей массе людей. То есть не только конкретно мне или конкретно ему, а обоим. Потому что мне приходится читать за, чтобы, типа, как вы развиваетесь, а не как ты развиваешься, типа того. Задавайте общие вопросы. И желательно не повторяться, и желательно
Желательно посмотреть полностью этот ролик, и тогда только если мы задумаемся, я посмотрю, сколько будет средняя длительность просмотра этого ролика, и посмотрим, как... Все равно больше 5 минут не уйдет. Ну, да, возможно. Не, у меня есть люди, которые у меня все смотрят, но все равно средняя по каналу. Средняя это показывается от всех зрителей на этом ролике, а то, что один человек посмотрел... Это, конечно, приятно, но это на статистику не повлияет. Короче, обобщаем. Подписываемся на телегу, потому что там нас уже только трое. Потому что есть мой телеграм. И даунгрейд, и YouTube тим, где я гипокрит и ты. Да, надеюсь, вам было интересно смотреть. Подписывайтесь на наши каналы, если вы еще этого не сделали по какой-то причине. Большинство так, людей смотрят видео без подписки. У меня неприятно. 30%. У меня, по-моему... Да где-то так же, наверное. Вот. Надеюсь, будет все хорошо. Да, надеюсь, мы выживем после этого видео, никто нас не найдет ни от... Да за что? Вы разве кого-то оскорбляли? Я лично никого не оскорблял. Я на РНТВ наехал с Соболевым. Я лично никого не оскорблял. Вот. Поэтому ждите новых роликов. Чем больше будет активности на этом видео, тем чаще будут уходить блоги. Совместные, а также ответы на вопросы. Да, у нас сейчас хорошая погода, мы легко можем выйти с поп-фильтром, снять чуть. Они могут выйти. Ну ладно, я тоже могу выйти. Не, я про то, что... Сидеть, то где-нибудь да. Я про то, что когда карантин кончится, а то сейчас самоизоляция. Ну он-то кончится еще хрен знает когда, потому что сейчас-то наши тупоголовые поедут на шашлычки, и тогда заражаемость повысится. Но мы не об этом, мы не об этом. Да, мы не об этом, потому что вопросы закончились, люди уже все спросили. Да. Всем спасибо. Всем удачи. Всем. Подписываемся на всех, на что все, снизу. Что есть ссылки. Плейлист, да. Кстати, видео от зеркальным. Короче, где-то вот тут или тут будет подсказка нахрена с плейлистом. А я не знаю, где будет эта подсказка. Я не помню, где она будет. Короче, где-то вот сверху будет подсказка. Я просто снизу вот так выставим. На меня на плейлист с лайв-видео. Ссылка. А! Да. У тебя-то нет плейлистов. У меня есть плейлисты, но с лайв-видео нет. Yes. У тебя есть сколько? И у меня два. Но вот сейчас второй будет. Все, с вами был DriveFire. Картель. Всем удачи и пока.